Сначала башня у нас была вся цельная, стеклянная, и шпиль в том числе. Но потом, когда мы выявили проблему обледенения шпиля, выяснили, что, в общем-то, стекло на шпиле, кроме птиц, которые мимо нас летают, никто не увидит. А проблемы это стекло на шпиле нам создает очень много. И наш архитектор Филипп Валерьевич предложил нам заменить остекление шпиля на сетку, тем самым уменьшив площадь, где может образовываться лед. И, что немаловажно, снизу и даже издалека вот эта вот грань перехода от стекла к сетке, она не будет заметна. Мы проведем такие натурные моделирования, чтобы подобрать и ячейку, и цвет вот самой этой сетки таким образом, чтобы это было идеально ровно и гладко. По сути, стекло там не нужно. Пусть лучше у нас шпиль продувается.